Приветствую вас, друзья. Здесь должно быть вступление, которое записывал на реке, но сожрала звук селфи-палка, поэтому я пишу за кадром. В общем, там ничего интересного я не говорил. То, что мы с Гришей вышли на рыбалку, на стрит, половить в городе рыбёх, и погодка холодная, ветреная. В общем, смотрите, не переключайтесь. Так, снасть вам покажу сразу. У меня Daiwa Lexa Jig 802 MLFS. Это 5.25 тест. Но это тест по свинцу. По факту он чуть повыше. То есть 5.25 можно использовать прям нагрузку. Ну и плюс там 3-4 дюйма приманку. Так интересно указан тест. Я решил попробовать поставить Lüwik. Это 2500. Так как хочу, в принципе, полегче сюда поставить. У меня есть Frius 4000 компакт, то есть с приставкой C. То есть у него тело от 3000, а вот шпуля и ротор от 4000. Мне кажется, он, наверное, немножко большеват и тяжеловат. Вот решил попробовать, как будет там, сколько он, грамм 160 весит. Вот. Попробую, как он будет. Ну, здесь у меня 0,8 намотана. Под жереха была. В общем, уже все собрано. Ну и по приманкам там у меня ловить. В общем, что сработает, то покажу. Опа! Ху-ху-ху. Нормально. Я разловил приманку. Нет, фантом от бороды быть сработал. Какой фантом? Алло. Фантом. Мандула. Ё-моё. Господи. Ударщик. Да? Хорошо шманул. Так, как там не надо делать? Надо пальцы. Надо. Значит, пальцы сейчас будем делать. Так, ну вот. Окунёк первый. Разловил мундулу. Я его укоротил. Это был еще один сегмент. Он стал где-то сантиметров 5. Вот. В общем, разловил вообще первую в жизни мундулу. Неплохой окунёк, грамм 400, наверное. Давайте его отпустим. Он какой. Ну какой. Так. Отлично. Короче, как произошла поклевка? Я сначала воблером обработал, ничего не было. Потом думаю, мандала у меня есть. Не стал джиг ставить сразу. Думаю, еще мандалой попробую. И начал веерно обрабатывать. И, в общем, сделал одну слева, одну посередине, одну проводку. И вот слева решил как бы закончить. Соответственно, он клюнул. Причем делал два оборота до этого проводку. Я сейчас сделал один. Может быть, это сыграло, но по одному окуню пока говорить рано. Так что ловим дальше. Да. Не такой уж большой. Да.
граммовую эту заел. 8 грамм. Ты понял. С поклевкой. 2,5 дюйма. Я говорю, что крутится здесь окна, причем активный. Поклевка прям. Даже по поклевке. А вдалеке. Не вблизи. Второй окунек на ребристый слаг. 2,5 дюйма. Здоровый. Но окунь, кстати, мельче намного, чем тот. Все равно клюнул. Не побоялся. Давайте отпустим. Вон какая приманка, блин. Не постеснялся. Так. Вот. Отлично. Твою мать. Там. Нравится, но там небольшой, потому что приманка. А, блин, сошел. Да, ездит на хвосте. Приманка крупная, а окунь небольшой, но он достаточно активный окунь. Ну, конкретно он здесь, и поэтому не могу его по клевке засечь. Есть. А? Да, почти. Там дрын-дрын-дрын идет. Или камни, или... Ну, ракушка, скорее всего, на это. Ну, видишь, он сюда перекочевал. Может, и был. Еще один. Совсем небольшой. Но не стесняется здоровую жирную танту жрать. Зачем я отключу? Отпустим. Ну, в целом уже что, тревог. Уже видос. Уже сделал рыбалку. 5-минутный. Здесь такой участок получается. Здесь мелководье, ну не слишком мелководье, но все равно не сильная глубина. А дальше идет бровка с ракушкой. И она иногда вот дает окушков. 2 окушка уже на этих бровках поймал. Ну, грубо говоря, с выброса 40-30 метров. О, удар. Офигеть. Нормальный. У меня удар тоже был. У меня, говорю. Офигеть. Ну, в общем, дает бровка. И Гриша он поймал. И я. Ничего себе. Целый судак. На 2 килограмма где-то. 3-6. Ну, приятный. 2-3-6 килограмм. Валарка опять рулит. Начало смеркаться. Вот здесь у меня была поклевка до этого. Такой паровозец небольшой. Но больше ничего мне поймать не удалось. Хочу сказать немножко о том, как мне 160-граммовая катушка на таком длинном удилище. Вывод у меня плохой. Она плохо балансируется, естественно. И такой вес я не чувствую, что мне дает какие-то плюсы. В целом,
с более тяжелой катушкой у меня даже меньше рука уставала. Поэтому сюда надо что-то грамм 200 под Lexus Jig, вот эту 802-ю. Не меньше. Не меньше 200 грамм, а то и даже больше. Ну, Фримс мой 4000 весит около 240-250, не помню точно, но он хорошо, он лучше балансирует, чем легкая катушка. Меньше рука устает. Устает, конечно, после ультралайта, непривычно, но все же слишком легкая катушка на таком удилище не пойдет. В общем, эксперимент не удался, хоть и, в принципе, я ловил целый день. Вот. Ну, а на этом все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, кстати, на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. Там мемы, ржач. В общем, вообще делаем с Гришей всякие смешные штуки. Ну, и до новых встреч. Пока-пока.